Хейоу, ребята, с вами Фибоначчи, мы продолжаем прохождение Муншейдис. Так, сразу забираем сундук. Сундук, открываем. Чё у нас тут? Две больших зельки и две средних. Средних у нас полно. Надо бы от мелких уже избавляться. Так, мне советовали не выбрасывать предметы. Ой, не продавать их, а... вкладывать. Ну, очень уж мало опыта, конечно. Ну, давайте, что делать. Так, этот меч. Ну, за 142 золота я думаю... А, это вообще я убираю сундук сейчас. Так, больше тут нечего, да? А, вот книга. Книга защиты есть. Может, эти книги тоже нам собирать? Какие? Вот это у меня один из самых мощных предметов. Туда нельзя, да? Так, воскрешает вас. Удаляет весь негатив. Восстанавливает 1% здоровья каждые 30 секунд. Вот я вот 15 наберу и сюда побольше вкачаю, мне кажется. Лучше будет так. Так, это что? Левел 5 фигня. Левел 4 тоже не очень. 14-й. Вот хорошая вещь. Ну-ка, снимай. Сейчас пойдем в кузню. Так, давайте колодец, наверное, сожрем. И вложим сюда. Во! Чуть-чуть ей защиту прибавим. Ачивочку сразу. Так, где сапог наш? Сапог наш тут. Закрыть. Сундук. А, тут места нету. Так, а знаете что? Сюда надо, во-первых, переложить. А, ключи я уже переложил. Ключи надо с собой таскать. Сюда можно что-нибудь, то, что редко падает... Эту хрень надо сожрать. Так, во-первых, меч сюда убираем. Не понял. Понял. Понял, что ничего не понял. Вот так, это что? Книга древних. Шар изгнанных. А, вот у меня вот эти есть. Это сюда. Так, ну и давайте пока вот эту хрень. Все. Все остальное пока что таскаем с собой. Можно было бы еще, наверное, маркеры. Молоко, блин, понабрал хлама. Так, какие у нас планы на эту серию? Во-первых, мне подсказали, что в Тергароне есть какая-то секретная дверь. Пойдемте-ка мы ее найдем. Где-то за домом, за сундуком. Как... О, опять ты. Иди-ка сюда. Давай свою защиту снимай. А че он ее не снимает-то? Или его как раз сейчас надо бить? Я что-то забыл. По-моему, не. По-моему, он должен ее снять. И я его начинаю лупить. Просто мутузить. Куда делся? По-моему, он сюда куда-то рванул. Где ты? О, привет. Давно не виделись. Давай-ка. Оп. Забрали. Ох, сейчас хлама с него понасобираю. А первый удар, по-моему, ничего не выпало, да? Я уже там видел какую-то дверь. Надо его было сейчас не гонять, наверное. А если ему сильным ударом сейчас влепить? Снимай защиту свою, падла. Во. Оттуда он никуда не денется.
Но. Иди там. Так хорошо же все. Угу. О! Обратно побежал. Да. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Надо, чтобы он сидел там. Не хочу я по всему городу за ним гоняться. Так, гоним его туда. 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 Куда? Куда? Не сюда. Ты, придурок. Стой на месте. Все, блин. Руна Зэш. Уревская руна. Ачивочка. Еще одна. Яйца все равно есть. Так, вот тут что у нас? Вот тут что-то... Там что-то светится, хрен знает что. Уже открыто. Портал, который надо как-то запустить. А ну рассказывай. Квесты. Хрен, говорит. Пошел, говорит, нахрен. Не приставай ко мне, типа. Бочки, это я сейчас все не буду открывать, так же, как и вот эти сундучки. Чтобы больше не захламлять. Яйца, раз уж есть, яйца можно. Вот это тоже я не буду сейчас собирать. Неизвестно, что это. Хотя оно появится, да? Ой, блин, дополнительная удача. Так, и что у меня теперь в инвентаре? Опять куча говна. Дополнительную удачу сейчас мы схаваем. Пилочка, да? Вот это вот сейчас можно ставить. И это, и вот это. Ботинки. Еще один фиолетовый предмет. Так, но я хотел... Тут бочки... А бочки по несколько раз можно открывать? Наверное, нет. Ага. Потом все это придется мне еще раз оббегать. Опа, это что? О! Минус все хп. А что это такое? Замочная скважина. В портал куда-то. Их все надо, что ли, использовать? Сейчас ее как вынесут, конкурс окончен. Я даже и не видел этого места, а у меня тут карты... А, есть карта. Еще один портал. Пока не работает. Статуя держит пустую чашу, туда можно что-нибудь положить. Что? Что им надо? Вот что? Никаких подсказок. Ну-ка. На. Хм, остальное все жалко. Это что? Во, вот это не жалко. На. И что еще? На глаз. И все можно забрать. Нет, тут какая-то должна быть подсказка. Где-то. Так, значит, тут уже два нерабочих портала. А, он опять загорелся? Нет. Вон тот я погасил. Проклятие. 3 минуты. Ничего страшного. Лечащий ветер. Выгорание маны. Кровотечение. И? Это ворота.
Как они, блин, открываются? Понятно, замочная скважина, да? Какие-нибудь у меня ключи есть? У меня вот зеленый есть. Не подходит. Ну, естественно, он не подходит. Как же он сюда подойдет-то? Он же зеленый. Витки, был я тут? Был. У деда пердуна я был. Так, хижина. За ней сундук. Так, здесь я только что пробегал. Да. Так, ну поехали дальше. О, какое-то странное дерево. А вот дверь. А вот и портал. То, не лечится? Ой, не открывается? А, вам нужен ключ, чтобы открыть эту дверь. Есть у меня ключ? На. Это самый обычный колодец. Внизу есть вода. Рычаги. Карта мешает. На вывеске написано: этот сад посажен в память о тех, кто пал перед темными рыцарями. И что, это подсказка, что ли? Да ну конечно. Сюда пока я не попаду. Что за дерево такое? Ветка старого дерева. Вот нахера я это взял сейчас? Теперь еще и она будет мешаться. Не продается. А может она как ключ служит? Куда-то. Там еще портал. В общем, тут у нас будет... А, погодите, вот зеленый. Может, тут зеленый подойдет? Сначала веточку давайте, ни хрена. Ключ, ключ, ключ. Ага, конечно. Бочки. Ну, в бочках может что-то быть, мне кажется. Но если я сейчас наберу хлама, который мне понадобится, то что я потом буду делать? Собирайте яйцо уже. Ага, здесь я точно был. Это я все помню. Сейчас просто хочется посмотреть варианты. Бочка. Портал. Бочка. Еще там куча бочек. Таня. Да, тут две бочки я уже открывал. Так, я по кругу пробежался, да? А где же дом? За ним железная дверь. Я помню, какой-то сундук я находил за домом. Может, это была бочка, конечно. Тут два сундука. Ну, типа, может, вот эта железная дверь? Ну блин, ни одна дверь не открывается. Ладно, это я не нашел. Давайте вот эти уже обыщем. Вам нужен ключ. Вот как, да? Это я куда попал?
Какая-то хижина. Да тут заблудишься, если бы можно было бы карту масштаб как-то поменьше сделать. Вот тут даже мыслей нету, что делать надо. Вообще без понятия. Эти все потрогали, а толку? А, сила статуи исчерпана. Тут, походу, какая-то жесть будет, да? Набираешь этого дерьма? Так, ладно, портал. Сейчас... А, это костер. Сейчас к кузнецу. Выложу хлам. И пойдем дальше дикое логово проходить тогда. Так, ну все, дикое логово. А что, заново? Ой, блин, заново? А его пройти-то вообще реально, не? Ух, сейчас предметов наберу тогда снова. А, сундуков-то уже не будет, наверное, да? Да, они вон открыты все. Так, я, во-первых, там взял... Ладно, это чуть попозже применим. Оба сдохли. А этот от чего умер? Ну ладно, умер и умер, хрен бы с ним. Чуть подхилим. Сейчас дальше жестче будет, там големы пойдут. Ох, ачивочка. Так, кстати, по поводу ачивок-то. Я ж так и не забрал. Да блин. А, тут вот, да? Нет, какой тут? Тут рекламу надо будет посмотреть. Ачивки вот здесь. Вот здесь. Вот здесь, да. Так, пожизненных несколько есть. Ежедневных несколько есть. Жетон достижений. Так, 15-й левел. И что-то? 200 золота. Так. Ну, забираем. Это что, зелье опыта не надо сейчас? Когда-нибудь в другой раз, это что? Реликтовая руна обновления уровня. Так, все, пока. Ну и качаться. Навыки. Так, здесь вот. Да, потом вон она побольше, по 5% пойдет. Это обычная автоатака. Надо обоим. Давайте. Обоим. Дальше автоатаку. А вот мастерство. Воин. 10 дополнительного опыта. А, черепа демона. Это время перезарядки кровавая жатва. Время перезарядки кровавая жатва уменьшено. У меня даже этой жатвы-то еще нету. 3 дополнительные силы. Стойкость, ловкость, китка торговца. Это что? Перезарядки ускорения.
У меня и ускорения-то нету. Вот сюда я хотел, да? Безжалостный удар, там автоатака. Шанс крита. Ну, погнали. Кровавая жатва. Но я думаю, это что-то будет что-то прикольное. А вот ты... У тебя еще навык остался. Мастерство. Каст уменьшен. Каст. Еще каст уменьшен. Давай. Все. Прокачались. Гоу. Ой, 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 ой. А вот и големы. Оп. Ну, эти не сильные. Это, кстати, уже уровень 7. Уровень 8. Тут один товарищ у нас. Да, один товарищ, зато сильный. Ну, давай, подходи. Чё ты согнулся? Да все, все, ты уже покойник, дядь. У меня вон хилка работает. Так, дальше. Так, это маги, да? А, вот, вот как в дверь попадает. Я теперь врубился. А раньше-то я этого и не замечал. Да дохните уже. А когда-то они для меня были сложные, да? Но они и сейчас непростые, конечно. Сбил заклинание, по-моему. Снова. Который раз уже. Все. Что это было? Кровотечение. Так. О! А, вот, я в него уходил. Умирай, падла! Еще один. Все, давай, пока. Тут обыскивал. Ну вот хотя бы предмет какой-то выпал. Так, дальше. Вот дальше. Ух, ничего себе покоцали меня. Что это? Отравление. О, зачем же я открыл? Я не хотел открывать. Я хотел сейчас нормально подхилиться. Вот это жрать. Ого. Карта мне мешает. Да подними ты голову. А куда выйти-то дальше? Во. Что это за лечение срабатывает? Нифига он лупит. Да чё он постоянно сейчас поворачивается? Блин, и хилки нету. Сейчас мы побегаем от него. Наблюдатель, уровень 22. Не слишком резкий переход-то. О, почти убили. Все? Ха-ха-ха-ха! Помер. Так, хилку надо ставить. И что я хотел еще? Вот эту опыт, наверное. Опыт давай. Жри. На 2 минуты хоть, но мне надо от него избавиться, он место занимает. Так, теперь давай тебе. Жри вот это. От всего барахла от этого избавляемся. Я тут, наверное, средние поставлю сейчас. Хотя надо сначала от мелких. Они уже нигде не падают толком. Все. Гоу.
Там еще один наблюдатель, по-моему, был. Вон он. Этот плюется. Ой, 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 ой! Блин, испугался я этого. Не вылечился, да? Прекрасно. А, ты что, такой четкий, что ли? Ай, 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 беги! Блин, дебильные комнаты. Дебильные управления. Ой, чуть я не убежал-то сейчас. Готов, салага. Ткань призрака. Так. Тяжело. 22-е. Нифига. Хоть я и с такими крутыми шмотками, а все равно я им ничего сделать не могу. И предметы падают. 15-й. Уж очень у них как-то урона много. И дальше, дальше жестче. Надо лечиться сначала. А успеет ли она стрельнуть? Попала? О! У него хп-то нет уже. Ну, он, если я захожу, он так или иначе по мне попадает. Не, нифига я по нему не попадаю. А, попадаю. Тогда нормас. Но все равно я сейчас зайду туда. Да что такое? Да блин. Вы посмотрите, какое дерьмо, а, происходит. Там он, значит, не достает. А, я понял, в чем прикол. Ха! Офигеть. Ой! Вот так сейчас мы их и вынесем. Готов. Слюнтяй. Надо же, тут спрятался. Так. Варежки, легендарки. И... бронька. Могу ли я вообще их одевать? Ну-ка, стой. Печи. Так, что мне нужно? Варежки, варежки, варежки. У нас эпичные. Уровень 16. А я их не могу, да, наносить? Или могу? Нельзя. Сейчас я еще и таких предметов наберу, да, которых даже одеть не смогу. На, жри. Жри, жри, жри. Так, и тут у нас... А тут обычная. Стойкость 33. Защита 81. Ну, явно получше, чем вот это. Ну да, пусть тоже пока валяется. Нету смысла, наверное, идти дальше. Оно вообще проходимо, непроходимо? До какого уровня я там смогу дойти? Я даже не представляю, что может быть дальше. Сейчас попадется какая-нибудь гребаная имба. Там что, тупик? А. Оу. А вот и энты. В дверь попал. Так, они какие-то не очень сильные пока. О, они вообще не очень сильные. Уровень 27. Может, они убивают с одного удара? Так. Энты готовы. Топор такой зеленый сразу, я думаю. Мы сейчас в этот... в маску вложим. А, и вот это. 133, 311 урон. Нормально.
А, опять ты. Получил? Получил? О, сколько хп потратили. Но он там не факт, что... В общем, мне кажется, их там много сейчас будет. Но тут вообще я успеваю зайти. Все, убил. Вынес. А, надо же, а тут проще было. Колечко эпичное. Легендарное. И самоцветы. Так, ну это хорошо. Ну а что толку, я дальше сейчас пойду? Мне куда эти вещи-то девать? Кольцо-то хорошее, носить не могу. Подвеска хорошая, носить не могу. Не-не, все, хватит, я думаю. Мне некуда будет деть предметы. А потом все это заново, блин, проходи. Капец. Ну, надо уже будет уровни, наверное, на 18 идти. Ой. Обновил? Да. И враги. Класс. Я даже не знал, что это обновляет. Ну, вообще, по фарму... Хотя, что тут фарм? Повторно проходишь, ничего не получаешь с этого. Лонгдейл. Гробницы. Ямы. Так, давайте, в общем, сейчас, наверное, снова к кузнецу. Кладбище. На кладбище нифига делать. А, может туда эту ветку ставить? Которую я нашел. Так, а у тебя повторяющийся квест, да? Ну да. Двух энтов убил. Но энтов можно в яме убить. А может тут сундук за деревом? Не. Так, если я сюда вставлю... А, тут вообще череп. Замочная скважина. На. Да тогда я хрен его знает. Цвет меняется. Ну так пропадают замочные скважины. На зеленом появляется. На красном ничего нету. Гриб только. Какая-то очередная, блин, загадка. И тут при этом ничего не меняется. Черепа демонов. Может, ты что скажешь? А, ничего не скажет, да? Ник защиты. Грибочки, пластины. А это книга жуткого портала. Вообще какие-то... У меня таких предметов-то никогда не было. Так-с. Понеслась. Куда, блин? Куда податься? Обыскивать все в Таргароне? Так, ну чё, складываем. Чё-нибудь надо сюда убирать. Уберем какую-нибудь из легендарок, вот эту. Есть шлем. Шлем. Броня. Долбаная ветка. Ветка старого дерева. Это я взял его с дерева. Куда его можно засунуть?
Ох, я не знаю, куда дальше податься. Сундук зачарован, вы единственный, кто может его открыть. Так, будем думать. Так, ладно, ну я действительно сейчас без понятия, что пока дальше делать. Куда идти? Ни хрена же нету. Это что за древо? Может сюда ветку ставить? Я уже вообще перепробовал много всего. Какая-то ссаная ветка никуда не вставляется. И клетки вроде понаходил. Со статуей хер знает, что делать. Может, ей отсюда надо вставлять, с этой стороны? Я уж не знаю. Но бирюзовый, я не знаю. Это вот она сама бирюзового цвета. Что-то здесь должно быть, что она типа примет. Ну, дрянь какая. На. Бронза. Только для декорации. Так, ну, ямы... В ямы не хочу, вот честно. А, можно пойти, знаете, куда? Здесь вот у нас есть беспокойные туннели. Я там никогда не был. Пойдемте сразу на среднее. Хоть глянем, что это. Так. Так. Вы должны убить всех врагов, чтобы открыть дверь с наградами. Будьте осторожны. Если вы умрете, вы не сможете вернуться, пока подземелье не откроется снова. Вы не можете сохранить свой прогресс в тайных подземельях. Если вы выходите из игры, подземелье закрывается. А что за статуи? Ничего, просто... Так, убить всех врагов. Но я вроде как готов. Враги и... Как, какие вы уровни? 14. А дальше что, больше будет, что ли? О. Стой на месте. Стой на месте ровно. Так, там еще кто-то... Урки появились. Так, еще появляются. Они что, по времени, что ли? Так, ладно, сейчас я вам устрою. Блин. Тупые пауки. Ты нахрен отсюда! Все сильнее и сильнее левел становится. Так, ну-ка, жахни по всем. Хорошо. Ничего страшного. Ну, вдарил, ну, вдарил, и что? Доволен жизнью теперь. По всем. Отлично. О, маги. Маги, маги, где ты есть? Маг, иди сюда. Будем мы тебя лупить. Так, с ХП пока все в порядке. Отлично. Правда, у меня там еще это работает. Где он есть? Вот он. А, их два, да? Ладно, я понял. Ой, а что такой гоблин здоровый? Да понял, я понял, отхожу. А теперь прихожу. Так, одного мага щелкнули, да? Огры. Сколько тут врагов еще будет? Так, теперь ты хиль. Где он? Не огр, а маг. Огр-то мне на кой черт? Так, надо хилить.
Снова. Все, этого чемпиона наконец-то вы вынесли. Так, иди сюда. Еще один. Ой, фига вас тут народу. Сейчас зажмут. Так, еще огр. Так, вы, ребята, поаккуратнее. Иначе я начну злиться. А когда я злюсь, то у врагов начинают ломаться черепа. Оу, они все появляются и появляются. Нормально тут так-то по опыту, да, наверное? Так, понятно. Не зажимать, не зажимать. Так, мага убить сразу. Что он по мне всегда будет попадать. Все, мага убили. Ну-ка. Немножко. Подеремся. Все, что ли? Это только первая комната была. Руна Зэш. Ё-моё, я тут сейчас хлама наберу. Они хоть какого? На 12 уровень падают. Господи, куда это все девать? Ну, хорошо, что маска есть, да, пока? Можно в нее вкладывать все ненужное. Вот это сюда же. Так, отсюда что-нибудь вот это мы уберем. Сюда. Это нам не надо. Ведь так? Стойкость 20, удача, сила. Надо. Надо. Так, и что-нибудь еще отсюда убрать. А, вот ветку. Сюда. Все, тут у нас вещи, которые неприкосновенны. Ну, разве что зелье потом мы еще заберем. Так, хильте, хильте. А, нечего. Так, белые даже нечего смотреть. Ну, капец опыта, конечно. Ну, по 100 монет почти продаются. Опыта копье дают. Одиннадцать, одиннадцать, одиннадцать. А! Что за игры? Ты где прятался? Так, что тут? 13-й левел. Там легендарка. А тут вот, наверное, что-то можно. Сила 4, стойкость 9, удача 2. Ловкость, дух, стойкость. Ловкость, дух, стойкость. Ну, тут побольше. А это я кольцо посмотрел. Хе, ну ты. Да давайте лучше же все-таки. Сердце огра, желтый хитин.
Я там сейчас смотрел рецепты, думал, может, какой-то квестовый предмет мне все же создать надо. И вот желтый хитин соединяется с зеленым и с синим. Что-то еще. И получается какой-то супер хитин. И он, кстати, бирюзового цвета. Вот что. Показалось, может, это то, что как раз нужно. Ой, блин. Ой, блин. Один желтый. А, и зеленый. Ну, зато тут, знаете, тут очень хорошо вот именно ресы, да, фармить. О, нет места. Отлично. Какие вещи все красивые. 11 тоже. Бред. Так, подвеска. Ну что тут еще? Вроде как все собрал. Тебе надо что? Не, ей не надо. Вроде как все собрал. Дальше вторая комната. Дальше хуже. Так, ну давай, давай, чтобы полностью здоровье. Опыт как медленно качается. А, какая? Это все, что ли? Так, легендарка. Блин, микрофон случайно зацепил. Ага. Левел 14, защита, стойкость, дух, ловкость, сила. Ну, естественно, будет получше, чем вот это. А у нее похуже, кстати. У нее вообще слабая. На 5-й левел. Ну, одеваем ему. Так, а и снова ожерелье. Сила, ловкость, защита, удача. Ловкость, дух, стойкость, защита. Ой. Сила, дух, защита, удача. Тут хотя бы статов побольше. Я уж... Уж лучше, наверное, вот этот уберу. Ой, что я делаю? Это подвеска. Так, но у меня есть еще два предмета фиолетовых. И в сундуке, по-моему, также лежат два. И что, это все? Убедитесь, что забрали награды. И никакого достижения, да? Пожизненные. 500 урона одним ударом. У, да ладно. Ежедневки. Убейте 10 пауков. 20 огров. И только на сложную сейчас сходить сразу же. Повторяющееся задание один раз. Где он есть? На. Это сделано. Двадцать огров, 10 ежедневных достижений. Пройдите первое мрачное подземелье один раз. Это что, ежедневное? Пройдите любой уровень ям. 20 врагов. А, ну то есть, чтобы это выполнить. А как 10 получить? А, вот 20 огров еще, да? Первое мрачное подземелье. Что за мрачное подземелье? Так, подождите, давайте слепим сейчас, наверное, легендарочку. Освободиться чуть место. Один. Ну, есть только это кольцо. На уровень 18. Уровень 15. А, во! Я же его снял, да?
доспех этот. Дух 11, стойкость 33, защита 81. Ловкость, защита, удача, сила. Нет, подождите, вот это оно получше. Дух, стойкость, защита, удача. А чё я не могу ездить? Один. Два. Три предмета. И там в сундуке четвертый. Всё. А, и руна нужна кузнечная. Вот это. Так. Ну, что-нибудь слепим. Один, два, три, четыре, пять. Ну-ка, что-нибудь топовое. Подвеска. Еще одна лига. А почему уровень 7? Что так слабовато? Забираем. Что на нее смотреть? Это надо какие-то хорошие предметы. Вот что тут? Дух, ловкость. У тебя что? Дух. Так, ну походу сейчас будем менять. Сила, ловкость, удача, защита. Вот эту. На, забирай. Лам. Так, ну вот и место освободилось. И в сундуке появилось одно. Руну обратно. И что сюда еще? А, я хотел с хитинами глянуть. А, ну вот варежку, которую я пока не могу одевать. А надо было лучше, наверное, не варежку. У меня что-то еще, и вот кольцо есть. Варежку забрать. А кольцо сюда. А варежка пусть у меня будет. Так, хитины. Вот еще. А, подождите, желтый тут у меня был, оказывается. Синий. Рецепт. Вот, хитиновый камень. Что значит выложить? А, то есть я могу вот так все сделать, да? Может он как раз бирюзовый, а? Но это еще сейчас одно место. А я знаете, как могу делать? Я сейчас сохраню, выйду, попробую сделать, отнести. Если не понравится, я просто перезайду. Ну, если не подойдет. Нет, хитиновый камень я сделал, он не подходит. А какого хрена игра сохранилась? То она, блин, не сохраняется, то она сохранилась. Он нужен для создания реликвии. Так, кузнец. Можно сразу посмотреть, что там еще надо для создания реликвии. Рецепт. Там где-то внизу. Во. Легендарное снаряжение. Есть куапская руна. Книга древних есть, кстати. Хитиновый камень есть. Шар элемента воздуха. Вот он. Куриванская руна тоже точно есть. А вот куапская не уверен. На шар элемента нужен кузнечная руна зэш. Есть фиолетовый слиток. Есть бронзовый слиток. Есть золотой слиток. Есть. Ребята, я могу реликвию сделать. Если у меня есть какая-то куаванская руна. Ты куриванская. А должна быть еще какая-то. Бронза. Так, фиолетовый слиток. Бронзовый. И вот. Руна зэш. Тут никаких рун нету. Уревская. Блин, может она тоже делается? А, у меня этих-то нету. Я, может, она продается?
Куапская. Куапская руна. Куриванская. Из пластин делается. Куапская не делается. Где-то, наверное, находится, либо где-то продается. Иди сюда. Кузнечная всего 400 золота, кстати, стоит. Поначалу казалось это дорого. Нет, у него ни хрена нету. Так, ну что мне остается? Мне остается только набирать 26 левел, наверное, да, и идти в Таганрог. Набирать квестов там. И там их выполнять. И может потом где-то уже появится какой-то дальше ход. Ну, в принципе, 26-й будет не так сложно набрать. Ну, по дням, конечно, долго. Надо будет в ямы походить. Но набрать можно. Потому что, ну, я не знаю, что делать. У меня никуда ничего не подходит. Ни ключей, ничего нету. А если я сейчас соберу в этом весь хлам в городе? Ладно, пойдемте в город, соберем весь хлам. Была не была. Сразу зато я буду знать, есть там ключ какой-то или нету. Бочки. А ничего не собирается? О, строительный жетон. Дальше. Пусто. Поехали дальше. Яйцо. Ха, ачивка. Так. 5. Сколько тут может быть вариантов? До хрена. Можно наугад, конечно, попробовать. Это, наверное, будет быстрее, чем я 26-й левел буду набирать. Так, свали. Здесь ничего нету. Я, по-моему, тут все собрал. Нет, не все собрал. Уже открыто, значит, все собрал. Там тоже вон у нас рычаги в этом мавзолее. Может, сейчас заодно и сундучок найду. Так, башмаки. Это скормим нашему черепу демона. Следующая бочка. Строительный жетон. Так, здесь две бочки я обыскивал. Тут хрен его знает, что такое вообще. Здесь я обыскивал. Нерабочий портал. Но тут я только что пробежал. Какой же дебильный город, а? Строительный жетон. Здесь нужны ключи. Может, какие-то из моих подойдут? Вот, у меня есть 2 фиолетовых. Хрен. А оранжевый? Хрен, говорит. Ну, зеленый тоже хрен. Естественно. Так, давай. Строительный жетон. Никаких тут ключей, ничего тут полезного. Золото, кольцо. Так, скормим. Башмак, кольцо. Вообще по три опыта. Даже меньше уже, чем копейки. Выдержанный сыр. Есть обычный сыр, теперь еще и выдержанный сыр. Классно. Ну вот нашел хлам, который мне место забьет.
Ну все, собственно. Вроде как я везде обошел. Бочки собраны. И ничего тут нету. Ну значит действительно будем качаться. Вон портал. Тут вообще дверь как будто должна рычагом открываться. Ни замочной скважины, ничего нету. Там две статуи. Там три статуи. И дальше прохода, наверное, нету никуда. Этот сад посажен в память о тех, кто пал. Ну, не знаю, может, как вариант могилки посмотреть. Может, там что найду. О! В натуре, блин. Здесь покоится Файзан, храбрый защитник этой деревни, убит темным рыцарем 2 апреля. А что мне это дает? 2-4. 2-4. Ой, да я уже запутался, какие могилы я прошел, какие не прошел. Ладно, вот эти, по-моему, я все прошел. Да, 2 апреля. О! 2-4, 5 мая. 5-5. Чего, 5-5? Значит, месяц, наверное, не считается? Героический... Здесь покоится Глегев граф. Героический спутник был последним выжившим. Убит темным... А, по порядку, подождите. Он был последним. Убит 5-го. 5-е, значит, эта цифра у нас будет последняя, да? Храбрый защитник этой деревни. 2 апреля. 5 мая, последняя. Здесь покоится коммун Ходал. Убит темным рыцарем 4 января. Так, январь раньше. Это, наверное, будет первый. 4. Три. Март. Будет, значит, 4. 4-1. 3-2-5. 4-1-3-2-5. Ну-ка. А где они теперь? Где их теперь искать, эти рычаги? К! Прикольно. Да ну блин. Чё за дебильный город? Надо было такой город-то придумать. Хуже некуда. Кладбище. Не здесь же. И не там. Надо было скрины сделать. Я пока сейчас найду рычаги, я все уже забуду. 4-1. Пятого мая последний. 5 последняя. 4 января 1. Ну и там разберемся уже. Я хренею. Где я эти рычаги-то находил? Во. 4. Это, скорее всего, 1 февраля. 4. Это что, 4, что ли, я нажал? 4. 1. 3. Что у нас было? Марта. 3, 2, 5. О! Все. Хоть что-то разгадал. Ай, какие полезные вещи, а, падают. Сразу выкинуть или что с ней делать?
Ух, какие полезные вещи! Тут, походу, вообще ничего нету. Щит эпичный. На 15 уровень. Щит хороший. Стойкость, защита, удача, дух. Тут сила. Вообще 4 уровень. Фигня, да? О! Выкидываем вот этот. Вот его, я, знаете что, я пока я не буду больше эти легендарки, наверное. Нуж... 11 всего опыта за эпичный. За эпичный предмет. Да вы, ну, угорайте, ну куда мне этого хлама-то? 50 дополнительной стойкости. Дополнительной удачи. Ё-моё. Дайте хоть ключ-то какой-нибудь. Загадочный камень. Вот, уже что-то интересное. Теперь будем бегать по всем картам. О! И тыркать загадочный камень, куда попало. На карте, кстати, видно было ее, нет? А там тоже. Тоже можно пройти. Может, попробуем пробиться нашим оружием? Нет, должен быть другой, более изощренный способ. А я за оружие. Веточку, что ли? Здесь что? Здесь ничего, да? Хм. Вернее, там что-то есть, то, чего я не могу. Ну что, и вот это вот сейчас надо жрать все. Ну, вернее, их можно пока поставить. 20 дополнительной защиты. О, сразу в помойку. Ну, вернее, этому товарищу. На. Другой, более изощренный способ. Например, что? Например, веточкой помахать. Давай помашем веточкой. Помаши. Сжечь. Так, должен быть другой, более изощренный способ. Что надо сделать, чтобы деревья расступились? Тут над каждой херней надо думать. Молока полить. Камень. Сыр. Да отвали! Ну какого черта эта дура не хочет, блин, оружием пробиваться? Пусть сама ищет свой изощренный способ. Чего ж дальше-то делать? Ладно, ребят, продолжим прохождение уже тогда в следующей серии. А если понравилось видео, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый выпуск. С вами был Фибоначчи, и пока-пока.